Всем привет! В эфире главного танцевального программа Music Box News Daily. Я ее ведущий Стас Шуринс. Сегодня пятница, 4 апреля. Это значит, что впереди нас ждет два незабываемых выходных. А прямо сейчас я расскажу о самом актуальном из мира шоу-бизнеса. Итак, в сегодняшнем выпуске мы обсудим концертный тур Майли Сайрус, сингл Риты Ора, онлайн-концерт Леди Гаги, а также арт-революцию Мадонны. 2013 год прошел под именем Майли Сайрус. Что только не вытворяла эта бесстыжая девчонка, чтобы привлечь внимание публики и завоевать свою аудиторию. И вот она наконец-таки добралась и до Европы, но нашу страну это не коснется. Шоу, которое вызвало бешеный восторг публики, поток противоречивых отзывов критиков и целый шквал ворчливых оценок моралистов, готов удивить и покорить европейскую публику. Начавшись 2 мая в Амстердаме, европейская часть турне прокатится по 25 крупным городам: Лондон, Дублин, Лион, Стокгольм, Хельсинки, Копенгаген, Франкфурт, Цюрих, Вена, Милан, Барселона и многие другие встретят нынешнюю звезду эпатажа. И даже любопытно, как жители более консервативного старого света воспримут творческие эксперименты Майли. Bangers Tour проходит в поддержку 4-го студийного альбома певицы, выпущенного в октябре 2013 года, который стал настоящим событием в поп-музыке. Шоу Майли Сайрус стало верхом современного эпатажа. Рискованные декорации, не очень приличные танцы, оригинальные решения вопроса сценических костюмов певицы будет чем удивить европейцев. Можно с долей уверенности предположить, что они такого еще не видели. Рита Ора преподнесла своим поклонникам весенний подарок – новый сингл «I Will Never Let You Down», а также клип на него. Презентацию она решила сделать на одной из самых популярных радиостанций Лондона – Radio One. А после интервью певицу ждал сюрприз. Ее поклонники запустили в небо 1500 шариков с именем певицы. Премьера видеоклипа на сингл состоялась на канале Vevel, самой крупной в мире платформе по распространению видеоконтента. Его продюсером стал многократный номинант премии Грэмми, продюсер, неоднократно завоевавший платиновый статус, Кельвин Харрис. Сингл и яркое видео стали отличным прологом к выходу нового альбома певицы, который ожидается 22 апреля. Запись пластинки проходила в любимых городах певицы: Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Атланте. Помимо Кельвина Харриса, в работе над релизом приняли участие не менее прославленные Феликс Сноу и Свич. Кстати, всего за 3 дня с момента премьеры видеоклипа его просмотрели без малого 800 тысяч человек. Американская певица Леди Гага уже несколько дней выступает в Нью-Йорке на площадке Roseland Ballroom. Последний концерт, который состоится 7 апреля, будет транслироваться по всему миру. С 28 марта по 7 апреля Леди Гага выступает в Roseland Ballroom, концертном зале с вековой историей, который будет закрыт после завершения выступлений певицы. Шоу пользуется огромным спросом, и билеты на все 7 выступлений были проданы за считанные часы. Сегодня стало известно, что финальное шоу будет показано на специально созданном сайте getmoregaga.com в режиме реального времени. Выступление в Roseland Ballroom являются своеобразной репетицией перед началом мирового турне Art Rave – The Art Pop Ball Tour в мае этого года. Во время концерта певица исполняет песни со всех своих альбомов, включая такие хиты, как Bad Romance, Just Dance и новый сингл Guy. В конце нашего выпуска я хочу еще раз упомянуть имя Майли Сайрус, но на этот раз в тандеме с другой певицей. Мадонна сделала Майли куратором своего последнего проекта Art for Freedom. Скандальная певица должна будет выбрать победителя месяца, который, в свою очередь, сможет побороться за главный приз – 10 тысяч долларов. Королева поп-музыки начала свой проект в сентябре прошлого года. Певица решила найти художников, которые через свое творчество смогут повлиять на свободу и равенство в мире. Искусство способно громко говорить, и я рада присоединиться к Мадонне, чтобы позволить талантам быть услышанными, сказала Майли в своем заявлении. Это прекрасный способ для каждого из нас принять участие в изменении мира к лучшему. Эта тема еще никогда не была более актуальной, чем сейчас. Мадонна добавила: «Мы с Майли с нетерпением ждем ваши заявки весь апрель». Это были музыкальные новости пятницы. Вы смотрели программу Music Box News Daily, и ее для вас провел я, Стас Шуринс. А в субботу в 12 часов не пропустите Weekend Show с Алексом и Евой. У них в гостях диджей Ира Чемпион. На этом у меня все. Пока.